Приветствую на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Call of Duty. Вот и только что мы бежали из плена. Давайте посмотрим на Аграбу, как он назывался, Сити какой-то там или кто он там. Город-то у них как Отца назывался, Отца Сити. Нет, не уходи. Что-то крови в нем слишком много. Еще чуть-чуть. Уже недалеко. Давай. Ну что ж, помер Ефим, ну и хрен с ним. И что теперь? Ну что, живем дальше? Пора с этим покончить. Только мы можем помешать Аленсу запустить Мантикору. Нас трое. Против армии. Самоубийство. Нормально. Все верно. Я всегда так делаю. Но ведь он так бы и сделал. Да? Я вот всегда так делаю. А нет, подождите. Ладно. Иногда в первых частях Call of Duty мне помогают, но это редкость. Что за идея? Одна. Что за идея? Расскажите мне. Конечная. Новый Багдад, Ирак. Многостволка, микроракеты, ракеты с... Ага, это костюм этот. Такой план мог прийти в голову только Гидеону. Лобовая атака на крепость Айронса с двумя механическими костюмами, которые мы нашли на базе. Мы должны были прилететь на дронах. После этого нам оставалось рассчитывать только на себя. Ой, да я всегда на себя только рассчитываю. Показывает высокий уровень загрязнения в городе. Мы не сможем поддержать вас наземными силами. Прием. Ничего, давайте сбрасывайте нас туда. Воду только не сбросьте. Огонь по катерам. Жечи. Нате. Получите. Тихо, тихо. Нате. Что, получится? Ракетный ручник готов. Почему в городе? В городе. Военные. Кто допустил? Это ж надо быть каким идиотом. Что, вы нас воду хотите сбросить? Серьезно? А я дышать-то могу? Насколько помню, он дырявый был весь. И протекал. Никак нет, Вадим. Свободных беспилотных средств нет. Нам пришлось бросить в бой все, что есть. Простите, но дальше вам придется разбираться самим. Если не можете остановить процесс, убирайтесь оттуда. Давай. Обойдем это. Кабель какой-то тут под водой. Засорять. Ну, кстати, не стреляет. Ну и не должен стрелять, правильно. Учитывая, чье оружие это. Оно не стреляет под водой. Это же не калаш, который стреляет везде. Вот не знаю, в космосе может даже стрелять, может быть. По-любому были испытания. Просто молчат об этом. Долго идет.
Давай, шевели побыстрее, маленько. Батонами сели. Мои батоны, они же булки. Дышит, как этот астматик. Люк, я твой отец. Что значит за мной? Ты вообще позади меня идешь. Впереди, видишь, отец идет. Ну, затоплено все. Я понимаю, тут рабочие были. Я думал, впереди труп. Затопленный. Илона, мы внутри. Ты должен быть точно возле пусковой площадки. Ну, наверное. Посторонние в стартовой шахте. Всем отрядам немедленно собраться в секторе 4. Так. Ракетный ружь готов. Ракета готова. Главное орудие готово. Это хорошо. Персонал в секторе 4. Повторяю, я авторизованный персонал в секторе 4. Подожди. Посторонние в стартовой шахте. Всем отрядам нужно собраться в секторе 4. У меня же это было. Кто он там, блин? Калибр-то побольше. Неавторизованный персонал в секторе 4. Повторяю. Неавторизованный персонал в секторе 4. Ты меня пропускаешь? Как благородно с той стороны. Ага. Повторяю. Да. А мне вниз надо, да? Ты где? Нам куда надо? Вниз, наверх. Вниз. Ну пойдем. Как вы вообще, как самоубийцы претесь? Что с гранатометом, смотрите-ка, прет. Давай. Запуск через 4 минуты. Бум. Идет погрузка. Ракетный руль готов. Ракета готова. Давай, само то. Ракетный руль готов. Вот снизу-то так-то, по идее, не надо. Если бы это не боты были бы. То... Они бы так бы сверху бы нас в башку бы пристрелили, так же, как я один раз сделал. Но. Ракетный ружь готов. Ракета готова. Запуск через 3 минуты. Погрузка закончена. На. Ракета готова. Ракетный ружь готов. Ракета готова. Я не понимаю вообще, ну следовать за ним, да я с тобой же. Пойдем. Куда идем-то? Почему ты тормозишь?
готова. Давай. Перезарядка ракетного боя. Ракетный руч готов. Куда идем-то? Ракетный руч готов. Ракета готова. Да. Ты где? Ракета готова. Ракетный ручник готов. Нам в эту дверь. Ну так открывай. А я так тоже умею. Через одну минуту. Впереди есть точка, откуда можно попасть в вытяжный труп. Отправляю координаты. Понял. Давай. О, видите, череп открыт сзади, того и сверху. Беги, Лола, беги. Вот люк. Митчелл, сюда. Давай. Сюда. Я уже здесь. Готов ломать. Ну. Давай, 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 давай. Ломай, 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 ломай. Только почему у меня вторая рука-то стала работать? Давай. Не знаю, что-то опять какой-то разработчик что-то не дорулил. Пошел. В этом плане. Блин, не работала, не работала рука, заработала. Отходи, отходи, сейчас он на шею тебе сядет. Ага. Поломали мне. Лицо у меня не ошпарится. Нет, я так обгорел уже один раз. Сейчас второй раз обгорел. Здорово. У меня так-то еще боеприпасы мы несем. Сейчас заревется сегодня температурного режима. Ну, шевели давай батонами. Не останавливаться. Вообще, это ты стоишь. Как видишь, я продвигаюсь все время вперед. Давай. Немного осталось. Уже подошли вот к чему-то. Стреляй из всего, что есть! Давай, а я покуда? По ним и стрелял. Справились. Митчелл, держись. Ну все, мы остановили запуск. Я тебя вытащу. Не теряй сознание. Хорошо, тащи. Я не против. Вытаскивай. Так, игра сохранена. Я надеюсь, ты свою спину не мной прикрываешь. Давай. Еще. Идем, идем. Не отключайся. Че? Почему? Ай-яй-яй. Почему не отключаться-то? Страж 2-1. Прорываем оборону города. Заметьте, я всех убил. Я! Отправляю вам на помощь беспилотные средства. Господи. Я понял, Кинпин. Как запуск в жизни? Ни на кого надежды нет. Как слышали меня?
Положиться не на кого. Кошмарно, кошмарно. Суровая реальность. Пошли. Я опускаю тебя на землю. Пожалуйста, попробуй идти сам, Митчелл. Нужен свет. Давай. Я вообще-то думал... А что у меня в глазах думал темно? Ничего. Привет, Митчелл. Не двигаться, мать твою! Хочу попросить о том. Он как из Рожекса! Что это? Стой! Ты слишком веришь в эти штуки. Город рушится, это конец. То, что я начал, не умрет со мной. Ну дай ему порыву-то. Больше меня и точно больше тебя. Ага, он костюмы наши контролирует. Это потому, что у тебя не хватает духу сделать то, что необходимо. Необходимо? Удар по Америке? Выпустить Мантикору, убить тысячи невинных людей? Я спасаю мир от него самого. Когда у Атласа не останется врагов, войны прекратятся. Это неизбежные жертвы. Ага. Аргумент всех больных тварей в истории человечества. Опа! Не знаю, что мы сорвали замуж. Они разнесут тебя вместе со зданием. Я мог убить тебя в лагере. Могу убить сейчас. Но ты не станешь, это уйдет. Я не зверь. А кто? Ты хуже зверя, ты дебил. Социопат! Митчелл, попробуй открыть свой экзо. А как? Ну, давайте. А ты что, свой не можешь, что ли? Хоп! Теперь мой. Хоп. Не работает. Времени нет. Если он уйдет, все было зазря. Давай. Давай. Пошел. Оставайся здесь. Не дай Айронсу уйти. Скорей, Митчелл. Бегу. Двигай, двигай. Блин, у меня дверь раздавила. Вроде бегу, а... Скорей, Митчелл! Двигай, двигай! Да почему он не... Написано же... Может, не C надо нажимать? Не дай Айронсу уйти! Нет, C все-таки. Двигай, двигай! Беги, 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 беги. Вот зачем он мне живьем-то нужен? Не дай Айронсу уйти! Я не понял, а как? Скорей, Митчелл! Двигай, двигай! Все же нормально, блин. Бежим, 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 бежим. Бегай, бегай. И... Хопаньки. Ф. Ф. Поймал. Опизбюлю. Втащи его. Скинь его вниз. Я не сдамся, так что... Это же моя фальшивая рука. Отрежь свою руку, давай. Есть два варианта. Либо ты меня вытащишь, либо здание рухнет, и мы вместе с ним. О, нет. Хрен тебе. Так, ну. Ага. Так, я умер. Значит, по-другому надо. Ну? Помоги. Я не сдамся, так что вытащи меня. Нифига.
Есть два варианта. Либо ты меня вытащишь, либо здание рухнет, и мы вместе с ним. Сдохну, тварь. А я даже не заметил, когда надо нажимать было. Ладно. Надо не упустить этот самый момент. Ничего. Помоги. Я не сдамся, так что вытащи. Такое чувство, что этот... Есть два варианта. Петлю зациклили. Во времени. Рухнет, и мы вместе с ним. Стрэндж. Петлю заделал. Митчелл, что ты говоришь? Что ты делаешь? Митчелл, это я дал тебе руку. Митчелл! Ну так на. Я дал тебе второй шанс. А я отдаю тебе руку обратно. Забирай. Какой план мог прийти в голову только Гидеону? Лобовая атака на крепость Айронса с двумя механизмами. Хо-хоу! Вот так вот. Сдох. Значит, на тележке это не здесь кататься надо. Хотя очень похоже, там тоже дроны были. Держу тебя. Да, не помню уж, что за игра тогда была тогда. Для него был только один путь. Да. Мы приходим в мир с закрытыми глазами. Большинство предпочитает прожить так всю жизнь. Мир спасен. Айронс открыл глаза. Он увидел, как несправедлив мир, и решил исправить его. Если он нашел ответ, то унес его в могилу. Пойдем. Атлас. Что-то мне кажется, как-то... А концовка, кстати. Почему нож? Почему нож? Первая часть, вторая часть. Блин, все с ножом заканчивается. Вот в галактической, я не помню, надо посмотреть, с ножом ли закончилось. Ну что ж, очередной Call of Duty был пройден. Call of Duty Advanced Warfare. Warface, как правильно, я не знаю. Что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Ну, уже увидимся в следующей игре. Пока!